Всем огромный привет, магазин Симолэнд. Давайте рассмотрим, какую здесь предлагают одежду для будущих мам. Многие Симолэнд ассоциируют с оптовыми заказами, особенно так актуально в разные праздники, Новый год, 8 марта, заказывать и упаковки, какие-то мелочевки, аксессуары, сувениры и так далее. Но Симолэнд разросся, он огромный, здесь много-много всего, в том числе и одежда для будущих мам. Вот, к примеру, такая интересная блузка, легкая, наступает, надеюсь, наступит весна-лето, и пора менять гардероб, чтобы будущие мамочки не чувствовали себя как-то не в теме немножко. Предлагают сейчас только одежду 858. Цены на одежду для будущих мам никогда не были цены низкими. Симолэнд также не исключение. Вот, к примеру, данная блузка вот такая. Красивая, красный цвет, 1344. В принципе, так смотрю, вроде, знаете, все качественно. Шито, где-то даже написано «Россия». Не 100% хлопок, 79. Вот она такая разлетайка. 1075 просит за нее, легкая, но очень. Да, цвет красный, 48 размер. Вот, можно разглядеть. Тут же имеются и брюки, это также уже летние варианты. Что если вы будущая мамочка, присмотритесь. Сейчас, наверное, самые популярные брюки крафт. 75. В H&M, да, там отделы есть, в Модисе, по-моему, есть. И такие магазины уже по городам. Буду мама, я мама. В каждом торговом центре имеются магазины, отделы. И не всегда там красивая одежда, и не всегда цены такие доступные. Когда я буду 4 раза беременна, да, и я буду мамой. У нас был екатеринбургский магазин. То есть он именно шили в Екатеринбурге. Я правда не знаю, сейчас есть, нет. Он в Буме раньше выставлялся, этот отдел. Сейчас они куда-то переехали. Вот там была классная одежда и недорого. Считайте, местное производство, не Китай, не привозное, все наше. Но, правда, сейчас ничего про это сказать не могу. Вторая беременность у меня как-то... быстро, кажется, прошла. А третья я вот покупала в Модисе себе брюки и H&M, там футболки, по-моему, так вот. То есть уже такие сетевые магазины. 1224 блузка. Пожалуйста, вот тоже интересный такой вариант. В принципе, можно сюда приехать, примерить все. Розничные цены, конечно, тоже. Видите, все за 1000 практически. Все вот для лета. Ничего ниже 1000 нету. Ну, как-то почему-то так вот производители. 799 блузка. Но не открыть, не посмотреть ее. Цвет кофейный. А если по оптовой, 639. Тут даже белые варианты блузки для беременных. 975 есть. А вот тут вот такие-то. Я все уже для лета. Такой вот летний вариант. Есть и зимние. Тут и кофты, пуховики. Кстати, сейчас даже распродажа. Ну, наверное, все-таки более легкие. Интереснее смотреть. 725. Такая вот блузка. Так, а вот, кстати, кофейные, это открытые, тут тоже их можно разглядеть. Вот они. Горошек и кофейный вариант. Размеры тоже все указаны. Примерочный, по-моему, где-то тут я видела. 579. Такая вот блузка. Кстати, так вот даже не скажешь, что прям что для живота. А просто она такая свободного кроя. Вот они в упаковках тут же лежат. Тут же, кстати, можно сумочку подобрать для образа. Блузка для беременных 1113. Накидка, она, по-моему, отдельная. Где-то или это все вместе. А нет, такая блузка, да. 1035. Она же, видимо, и для кормления в будущем, да? Да, здесь вот такой вот. Желтого цвета. Тут на другой стороне тоже больше для кормления уже идет. Для беременных и кормящих 799. Они вот так вот скрадывают. И получается такая замечательная футболка. Розовый, зеленый, серый 799. И вот такой вот смысл. Тут тоже потайной карман. Внизу штаны 548. Вот прямо черные. Тоже, кстати, все летний вариант. Много всего. Обновили сезон. Пожалуйста, замечательная какая кофточка морская.
975 рублей она стоит. А вот там висит яркая. То есть сейчас дают возможность не ходить, да, унылым, таких балахонистых кофтах или платьях. Пожалуйста, все очень даже прилично, симпатично, практично. Тоже как 899 полоску. И можешь беременно ходить и кормящая уже. Вот такой интересный вариант. Сразу так на море захотелось. 649. Нет, именно на море. За четвертым не захотелось. Так, это уже смотрю для дома, да, вот такие варианты. 975, туника Мэнси для беременных. Красиво. Так, ну пойдемте посмотрим, что распродают по курточкам. Что уже сезон закончился. Другой еще вот вроде должен начаться, но нет. 724. Цена вот этой футболки. Вот они, пуховики. Издалека они вот так смотрятся. Внизу еще остались. Тут кто из слинги, да, носит, может, это же вроде как из слинга курточки, раз такие вставки есть. 3590 вот эти вот вставки, насколько я помню, для животика, что вот живот когда. И вроде как малышонка можно носить. Но я зимой в слинге не носила, поэтому я не знаю. 3990. Такие пуховички. Пожалуйста. Эти покороче следующей модели. Да? Они вроде короче кажутся. Так. Тоже 3590. И она вот, вставка отстегнута. Уже можно как вначале просто, а потом вставку вставляешь. Светлый. Посмотрим пуховик. 3990 белый. Следующий 5490 кофейного цвета. Салатовый. Яркий салатовый. 3590. Вот такие модели висят. Куртки парки зимние комплекты 25%. Вариант. Но тут никакой вставки не вижу, кроме как вот, наверное, все-таки. Да. Да, это безопасность слинга куртка. 5290. Новый утеплитель для одежды. Вот эти толще, на ощупь прям такие. Точно не замерзнут. Здесь тоже есть вставка для малыша. Простите, пожалуйста. Надо падать. Ладно, цену. Ну, если интересно, давайте потом еще раз посмотрю. Хотя, я думаю, вот они одинаковые. 4490. Просто это светлое, а это темное. Что у нас тут? Курточки. Сегодня тоже, кажется, курточки. Куртка женская для беременных 3290. Но она выглядит как простой пуховик. Нет, немножко широко все-таки. 3292 оттенка. Вот и теплые вещи тоже для будущих мам. Мам, кто кормит. Кофты, свитера. 1874. Пожалуйста. 1312. Она просто растягивается. Прямо интересные платья. Сумки. Ну, сумки это просто как дополнительно. 979. У него тут вот данной модели. 1279. Так, 1599 тоже здесь. Расклешенная. Поэтому в этом отделе. И еще парочку платьев посмотрим. Цены вот так вот смотрим. Цвет бордовый. Он этот. Почему он? Платье? Ну, вроде даже не скажешь, что для беременных. Но, видимо, просто все-таки к низу раз увеличивается. Поэтому для беременных. 1419. Данная модель. И вот тоже еще интересная модель. 1437. На животике тут уже раскрашено. Кстати, тут много платьев-то я смотрю. Просто как лапшой. Ну, как он? 589, 737.
такой вариант. Он так слетит. Этот на животе при сборенном. Вот такие вот дела. Такие вот платья есть Симоленди. Как же одной рукой-то все неудобно. Одежда для будущих беременных. Для беременных будущих, это, мне кажется, одно и то же. Для кормящих мам, правильно. 1200 красное платье. И 1549 вот это вот нежное платьишко. На этом, наверное, буду прощаться. Всем спасибо за внимание. Увидимся в следующих видео. Будем делать разнообразные обзоры, чтобы не было одной направленности, чтобы было больше магазинов и интереснее. Вы согласны? Ну все, пока прощаюсь. Еще обязательно увидимся. Ну все, пока-пока-пока-пока.